Я хочу предложить тебе выйти за меня замуж, чтобы у тебя не было никаких сомнений в искренности моих чувств. У меня 140 тысяч на счету, и у меня есть 8% качка, как все продуктовые говорит. Скоро я займу должность быстрого юриста в фирме Амстер Спенсер, и банк дает мне 5,5% для покупки недвижимости. Джон, ты у меня удивляешься, но, к сожалению, я должна выйти замуж за Картера. Да, он же не застрахован. Ну ты понимаешь, во-первых, у него 200 тысяч годовых, а во-вторых, банки не дают по недвижимости 3,5%. И у него есть скотная карточка на сеть магазин «Квастин Робин». А ты знаешь, как я люблю мороженое? И еще, его отец обещал подарить на свадьбу Бугатти. Ну что ж, к сожалению, мое предложение вас не заинтересовало. Подожди, Джон, мы должны быть с тобой сейчас, Ну да.